Музейно-выставочный центр города Назарово – единственный музей в России, где хранят память о народной актрисе СССР Марине Алексеевне Ладыниной. Именно здесь собрано более 300 экспонатов личных вещей нашей землячки. Манька – актриса, озорная девчонка, с детства танцует и с детства поет. С детства Марина о сцене мечтает, прилежно, упорно к цели идет. В городе Ачинск гимназию окончила, в Назарово в школу работать пошла. Здесь же она подругу верную встретила, с которой потом неразлучна была. И вместе с Прасковьей порой вечерами мечтали, мечтали. Ах, это Москва! Рванула, рискнула и была такова. И жизнь закружилась, и завертелась, экзамены в ГИТИС Марина сдала. Девчонка с отметкой «особо одаренно» закончила ГИТИС и МХАТ принята. А дальше любовь, судьбоносная встреча, подарок судьбы, будущий муж. Кинорежиссер Пырьев Иван в юной актрисе талант раскрывал. Их фильмы любила вся наша страна, Марина всегда в главной роли была. Награды и премии, слава и честь, их множество было, их всех не перечесть. Но больше запомнилась грамота одна, от дирекции высотного дома она. Свидетельствует о том, что актриса была к народу простому очень близка. Удар, тяжкий груз, мужа измена, и вот уже нет в фильме главных ролей. Всю жизнь Ладынина Пырьева любила, но не смогла простить его до конца своих дней. И даже в это трудное время землячка наша не сдалась, сибирская кровь театру отдалась. Читала стихи, исполняла романсы, за честь и достоинство была награждена. И были в жизни разные нюансы, Ладынина их с легкостью пережила. А мы гордимся фондовой коллекцией нарядов, платья, грим и письма. Все, что было дорого актрисе, теперь и мы непрекословно чтим. И каждый год проходит кинофорум, и встреча звезд, и возложение цветов, и памятник актрисе, и портреты, и поэмы. И это все от наших земляков. На сегодняшний день любой житель и гость нашего города может познакомиться с жизнью Марины Алексеевны Ладыниной, увидеть ее наряды, почитать ее письма, познакомиться с интересными фактами ее судьбы, посетив музейно-выставочный центр города Назарово.